Доброго времени всем, добрые наши зрители и гости канала. С вами, как всегда, приют «Твори добро» и Наталья. Заходим в основной вольер, мы гулять с собаками. Хочу сказать, что у нас... Не ухожу в WhatsApp, извините, у нас сейчас вовсю идет прогрессирует стройка. Уже завтра мы закончим будки первой линии, и в четверг будет ролик на сбор финансовых средств на вторую линию. Там практически мы будочки заканчиваем. Вот. Хочу обратиться ко всем к вам. Погасить долг, как всегда, за питание прошлой недели. Долг составляет у нас 62 тысячи, по-моему, или 65, что-то такое. Вот. И расскажу вам в следующем ролике о стройке, о том, что мы планируем сделать. Ну а кто ждет новости о Сфинксе, напишу сегодня в сообществе, обязательно выйду. Тяжело очень далась нам поездка. Тяжелая для нас утрата, но Сфинкс у нас на пушистых облачках. Я все напишу, пока мне еще тяжело об этом говорить. Ну, а сейчас я прошу всех вас помочь нам собрать финансы на питание. С большим уважением ко всем к вам, волонтерам из дома животных и приют «Твори добро» Наталья. Привет всем! Что сказал Витя? Ой, Найда, привет! Иди двое сними. Я всех сниму. Двое показывай, прям как попало. Двое у нас из Якутии. Если все помните, еще была у него сестренка. Ой! Нотка. Нотку у нас. Надо ему репейник снять. У нас уже неделю работает трудовая бригада Артема, сыновья, Тима и Дима. Ребята очень хорошо помогают. Спасибо им огромное. Ну, а у нас очередной сбор финансовых средств на питание. Строительство будок идет полным ходом у нас. А вот такие вот большие, хорошие дома. Мы строим дома в домиках. Очень замечательно. Спасибо тоже всем. Но следующий ролик будет на сбор средств на еще стройматериалы. И расскажу вам о том, как мы будем утеплять в этом году окна. Ну а сейчас наша просьба помочь нам собрать финансы на питание. Очередной привез мясо. И нам помогают дети. Ну и не только дети. Взрослые, дети. О! Прививайте любовь к животному детей из детства. Чтобы дети росли добрые. Это у нас сегодня Дима. И он нам пообещал до конца августа помогать в нашем строю. Его папа Артем.